Привет, друзья, это канал Роза Занозы. Примчались мы с Варюней в деревню посмотреть итоги заморозков, которых нам обещали. В итоге все живо-здорово, кроме самых капризуль. Замерзла Раджерси раз. Замерзла Раджерси два. Сейчас еще покажу. И замерз виноград. Вот не знаю, он что, дальше-то не пойдет теперь. Вот тут у него уже цветочные гроздочки были. Ну, то есть они как бы и есть. Я не знаю, замерзли они или нет. Но листочки, точка роста вот эта вот убилась, наверное. Но здесь есть почечка замещения. Скорее всего, она пойдет. Вот. Только пошел виноград. Клубника, все хорошо. Вроде бы не черная. Вроде бы не почернела. Вроде бы все желтенькие серединки. Вот. И еще одна раджерси у меня. А, кстати, у меня есть... Господи. Ни жива, ни мертва. Крупнолистная гортензия. Не замерзла. Ну, вот этот вот чуть-чуть подмерз. Вот он. Вот. А этот чуть-чуть кончик. Угу. Интересно, на одном участке, а по-разному замерзла. Сейчас покажу еще одну раджерсию. Вот эта раджерсия, вот она. Она вот на этой горочке капельки, до которой у меня никогда руки не доходят. Она меньше обмерзла. Вся красота раджерси это в листьях. Вот. А листья как раз там и замерзли. Вот такие, собственно говоря, нормальные последствия заморозка. Надеюсь, больше не будет. Но в теплицах, естественно, все отлично. Ничего не замерзло. Всем счастливенько, всем без заморозков.